сломалась из набора отвертка. Вот такая. Сейчас будем ее заклеивать. Для этого нам надо эпоксидный клей, веревка. Ну, я буду вот этой ленточкой обматывать для надежности. Баночка и палочка у меня от рулов. Ну и нужна теплая вода, чтобы этот клей нагреть. Что делаем? Берем воду. А, я ее нагрел. Должна быть теплая вода, не горячая. Берем отвердитель и саму смолу. Саму смолу опускаем в воду, чтобы она стала чуть жидкая. Если будет горячая вода, как только мы смешаем, она сразу закристаллизуется. И даже не успеем ее обмазать вот эту отвертку. Все свернется моментально. В принципе, держать долго не надо. Я уже как бы клеил такой смолой. Так, немножко подержали, чтобы она теплая была. Газетка еще нужна, чтобы не замарать. Газетка и ножницы, чтобы эту ленточку обмотать. Не знаю, как получится. Попробуем. Так. Отвердитель. Берем. Наливаем в какую-то поверхность. Наливать надо в ту, которую потом не жалко будет выкинуть. Потом клей весь засыхает. Так. И наливаем отвердителя. Бля, еще пробка. Если налить много отвердителя, моментально все схватится, закристаллизуется и размешиваем. Дальше берем нашу отвертку, которую идет насадка. Сначала ее соединяем, как она у нас должна быть. Так, вот почему-то щель появляется. Вот, соединили, хотя нет. Получается большая щель. Надо еще достать. В общем, непонятно, почему она так криво сделано. Сейчас попробую соединить примерно, чтобы нам уже было удобно ее приклеивать. Так, вот я соединил ее.
Все ровненько, никаких заусенцев. Тихонько убираем одну сторону. И сюда наливаем клей. Вот. Склеилось. Все держится. Но я промазываю еще ручку. Вокруг. И наматываю вот эту ленту. Можно нитками даже обмотать. Ленты и нитки должны пропитаться клеем. Потом ее можно, если будет излишки, подделать шкуркой. И все будет нормально. Конечно, пропитывать надо клеем. Сейчас у меня все пропитается. Отрезаем. Натягиваем. И, конечно, лучше работать в перчатках, не как я голыми руками тут этот клей трогаю. Еще сверху вот сюда зальем. О красоте тут речи не идет. Главное, чтобы это функционировало. Этот набор инструментов лежит в машине, и как бы пусть он лучше будет в исправном состоянии и ну, такой себе вид, чем он будет красивый и в неисправном состоянии, когда надо будет, он не поможет. Так, вот. Все, так и оставляем. Здесь еще вот тут задел, и здесь тоже остатками клея. Клея чуть много размешал. Ну, вот. Нальем, лишним не будет. Дальше все будет под одну как пластик, и все оставляем. Не трогая. Пусть подсыхает. Результат потом покажу. Если что-то будет лишнее, такие части убираются мелкой наждачкой или напильником. Для профи... Ну, если сильно не скрепилось, можно еще раз наклеить и также обмотать, и будет уже вообще на века. В общем, все. Все заклеилось, все замечательно. Так, вот это можно потом наждачкой убрать. Ну, но она мне не мешает пока. Все крепко. Ничего не хрустит. Ничего не прогибается. В
В общем, вот таким методом можно ремонтировать ручки. Чем выбрасывать и покупать что-то новое.